За публичное оскорбление сотрудника полиции осужден житель города, сообщают в прокуратуре Губкинского. Нетрезвый мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью. Сотрудники полиции доставили гражданина в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Данный гражданин в медицинском учреждении стал вести себя вызывающе, начал оскорблять полицейских грубой нецензурной бранью. При этом свидетелями произошедшего являлись посторонние граждане, не являющиеся сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, данный гражданин совершил преступление, предусмотренное статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно оскорбление представителя власти. По словам помощника прокурора, на судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Учитывая раскаяние, суд назначил подсудимому наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.